Nokia 5820. Замена разговорного динамика. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 5820». Обычно разговорный динамик выходит из строя или начинает искажать звук по причине перегорания или засора. Динамик снимается легко. Отгибаем металлический фиксатор сбоку и извлекаем динамик любым удобным для вас способом. Можно даже так, как это получилось у нас. Установка нового динамика – дело тоже несложное. Новый динамик прикладывается к своей нише на корпусе и придавливается пальцем до полной фиксации защелкой. Все, разговорный динамик заменен.